Традиционная выставка «День дарителя» открылась сегодня в Национальном музее. В экспозиции представлены коллекции подарков руководителей республики, деятелей культуры, искусств, спорта, ветеранов войны и труда. Сотрудники учреждения поблагодарили бескорыстных друзей-дарителей за помощь в комплектовании фондов музея. Мы приглашаем своих дарителей. Обычно это последние поступления всегда. Мы вот, допустим, в 2021 году проводим за 2020 год поступлений. Но так как этот год юбилейный, нам 100 лет, то мы решили пригласить тех людей, кто внес большой вклад в пополнение музейного собрания.